Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в случае с задержанием в Испании немецкого писателя турецкого происхождения Догана Акханлы, Анкара злоупотребила Интерполом. Об этом она заявила в воскресенье телеканалу РТЛ. Оппозиционный писатель был задержан испанскими властями в Гранаде по запросу Турции по линии Интерпола. Я считаю, так нельзя делать. И я очень рада, что Испания сейчас его освободила. Мы поддерживаем связь с испанским правительством, с министром иностранных дел Испании. Мы все находимся в контакте. Я могу также позвонить премьер-министру Мариано Рахою в любое время. Нельзя использовать в подобных целях международной организации, такие как Интерпол, сказала Меркель. Доган Акханлы с 1991 года живет в Германии. У него гражданство ФРГ. Местные СМИ отмечают, что он писал в частности о геноциде армян в Османской империи, который Турция не признает.